Средний палец вытащи, да? Завтра возьми Костика кассету и посмотри на это все. Вы заметили, на пятый год на Грузерштейне делают другой торт. А контекст вот. Когда пирожок делают, а вот когда на пятый год пошел, дают хороший мусор. Из этого сколько 5 лет на Грузии? A little bit. Это стимул такой. Little bit. Да, это стимул. Why? Was? Nein. Завтра подразделение будет. Пусть. Тебе хоть не надо говорить, тебе просто будут подносить. Ну не на меня, не на меня. Ну, ein bisschen nein. Гость. Nein. Ты говори, я тебе буду просто засыпать. А вы говорите по-немецки. Я с Олегом так делал. Не Олег, меня Олег кормил. Little Russian? Я вас little bit auf Russisch halte. Слышь, ну ладно, давай сыграй на гитаре. 20 минут. Господа, водочки, господа. English, a little bit. Выпьем за меня крутого парня. За меня вот такого классного чудака. Давай. It's a take glass for the best man. The best man. О, точно. The best man. Ну что, чтобы я это самое, рост большой не был лапшой. Я просто не вспомню. The and very long and What did he say? Русский флаг хочет на правую руку. На правую руку, блядь. Oder Russia hier drüber? Yes, no Germany, take off. Без проблем.
Попробуем. Ну давай, давай. Блядь, вот так научусь по-английски. Надо разрядить. Надо разрядить. Я сам удивляюсь, представляешь, нихуя. Серьезно? Да. Вау. Миша, главное акцент дает. Очень хорошо там, блядь. Пожалуйста. Очень хорошо. It's my life. Очень хорошо. Блин, ну, Жень. Russia, all English. Все нормально. I speak. Анастасия, тут голову спрашивает Женя, у нее, наверное. No. А, Женя, это... This is Jenny. О, Женя, кто? Yeah. Женя. Что-то наблюдать. Женя, listen to me. And... Russian speak. Женя and man. Only man. No! And Женя. Женя. And maybe a woman. У меня жену зовут Женя. Да перестань, это хуйня все. Ну как ты хуйня? Забудь. Звали, блядь. Костян, песню, блядь. Звали. О! Блядь, заебал. Про детей, блядь, да? Юр, да я больше тебя знаю, а тебе, ёпты. Я сегодня Ну, лично, вас аум. From Sergey. Где моя гитара? Я не верю. Как я говорю, когда я так и думал, глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдал за продолжение. Оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну. Ну для нас, не надо, просто для нас.
Понимаешь? Пиро, есть вода горячая? Ну, кипяток. Нет, это мне. На чашку. Костя, выключай микрофон. Костя. У меня есть. Температуру, пожалуйста. Только что подогревал. Потом перепишем. Я столько сфотографировал сегодня. Ну, там что, не хватит на один. Идет уборка, типа пиршество кончилось. Не типа, а кончилось. Все. Empty. Empty in the cabin. Олег, на, потом ты поставишь, Олег, на. Ну что, надо тоже куда-то.